будешь, найдешь ей замену. А все, что было синей пастой, да в комок ведро. Вроде довольно неплохие в жизни перемены. И вроде больше не кричит, как раньше нутро. И где-то там в глубине хоть что-то и осталось. Может, какие-то стихи и песни есть о ней. Увы, не получилось, увы, не завязалось. Что ж все забылось, жизнь стала веселей. На дискотеку сходишь, в кафе, в кино. С друзьями на дачу съездишь с баней. И все по-разному, не как одно. Но тут кто-то спросит, как у вас Таней? Как у вас Таней? Как у вас Таней? Да не было ничего, нас время не связало. И тут воспоминания нахлынули устало. Затяжка как-то тяжко, взгляд устремился в точку. А помню я так сильно, хотел от нее дочку. И те стихи, те песни читаю. Затем на мониторе фотографию листаю. И мысли не жалея, все лезут бесконечно. И время понеслось, как птица быстротечно. Листок бумаги, ручка, строка за строкой. Страница за страницей, и словно сам не свой. И сильное желание ее увидеть снова. Ведь все же все мы люди, что в этом такое? Письмо на почту, желание увидеться. Еще одна причина жить, есть к чему стремиться. И каждый день почтовый ящик проверять и ждать. Как ты думаешь, кто тебя ждет? Как ты думаешь, кто тебя вспоминает? Как ты думаешь, кто тебя всегда поймет? Как ты думаешь, кто о тебе мечтает? Как ты думаешь, кто тебя ждет? Как ты думаешь, кто тебя вспоминает? Как ты думаешь, кто тебя всегда поймет, как ты думаешь, кто о тебе мечтает, как ты думаешь, кто тебя ждет, как ты думаешь, кто тебя вспоминает, как ты думаешь, кто тебя всегда поймет, как ты думаешь, кто о тебе мечтает, как ты думаешь, кто тебя ждет, как ты думаешь, кто тебя вспоминает, как ты думаешь, кто тебя всегда поймет, как ты думаешь, кто о тебе мечтает, как ты думаешь, кто тебя ждет, как ты тебя вспоминает, как ты думаешь, кто тебя всегда поймет, как ты думаешь, кто о тебе мечтает, как ты думаешь, кто тебя ждет, как ты думаешь, кто тебя вспоминает, как ты думаешь, кто тебя всегда поймет, как ты думаешь, кто о тебе мечтает.